Добро пожаловать на канал HardReset Info. Перед нами телефон Samsung Galaxy S20 FE. Сейчас я вам покажу, как на этом устройстве включить запись видео с экрана. Итак, вначале спускаем шторку быстрого доступа вниз, после чего нажимаем «Запись экрана». Затем нажимаем «При использовании приложения», «При использовании приложения». Теперь мы выбираем, откуда будет записываться звук. Либо звуки мультимедиа, то есть это звуки, которые издает сам наш телефон, либо же без звука, либо же звуки мультимедиа и микрофон, то есть что мы будем говорить будет слышно и что мы записываем будет слышно. Я выбираю третий вариант и нажимаю «Начать запись». Ждем 3 секунды. И все, теперь можно говорить. Инструмент записи видео с экрана на Samsung настолько прокачанный, что у вас есть дополнительная функция. Во-первых, вы можете ставить видео на паузу, потом продолжать. Во-вторых, вы можете что-то рисовать во время прям съемки видео. Берете, рисуете что-то на экране, обводите, показываете стрелочкой, можете несколько цветов использовать и несколько вариантов толщины инструмента. Затем, когда нарисовали то, что нужно, отключаем инструмент рисования и продвигаемся дальше. Ставим, нажимаем на квадратик, чтобы завершить запись видео. Ну и после мы видео из галереи сможем увидеть видеозаписи экрана сможем увидеть в галерее. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.